Казанское Суворовское военное училище указом Владимира Путина наградили орденом почета. Сегодня учреждение отметило 80 лет со дня открытия. За церемонией наблюдала Диана Досаева. 30 лет назад я впервые ударил каблуком сапога по асфальту плаца. На плацу Казанского Суворовского Максим Машин готовит к параду своего сына. Георгий пошел по стопам отца. Белоснежный китель украшают медали – настоящая гордость семьи. Все время смотрел на отца, видел его форму и решил тоже стать, тоже носить форму. Задают темп первые выпускники Казанского Суворовского училища. Многие давно сняли фуражку и парадный китель, но славные традиции не забыли. Суворовское училище в Казани было образовано одним из первых в Советском Союзе в 1944 году. Это историческое здание Родионовского института благородных девиц передали суворовцам. С тех пор и по сей день здесь воспитывают настоящих патриотов. За десятилетие училище выпустило ни одного героя Советского Союза и России, действующих участников специальной военной операции. Сегодня офицеры-выпускники училища с честью решает важнейшие задачи в ходе проведения специальной военной операции. На знамени засверкал орден почета, заслуженная благодарность за воспитание героев. Орден почета – это заслуженная оценка напряженного труда всего коллектива. В первую очередь это вклад педагогов, тех, кто передает свои знания и порой материнскую любовь юным курсантам. Конечно, они приходят очень маленькими. Мы как-то вот создаем для них такую атмосферу, чтобы им было уютно. За достигнутые успехи и высокий результат образовательной деятельности удостоен звания лауреата премии за отличную учебу имени генералиссимуса Суворова. Да, мы сегодня в честь 80-летия знаменитого и одного из лучших суворовских военных училищ в России вручали именные стипендии в очередной раз. Ребята, будущая гордость нашей страны, вооруженных сил. Мы полагаем, что это хороший стимул и для самих ребят, и для педагогов, и для родителей ребят. За годы работы выпускниками Казанского училища стали более 13 тысяч человек, которые носят гордое звание суворовца. Для меня быть суворовцем – это быть настоящим патриотом своей родины и быть похожим на нашего великого полководца Суворова. Диана Досаева, Ленар Хабибуллин, Вести, Татарстан.